Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет о папайе. У меня вот такая беда с ней приключилась во время переезда. Не знаю, что это повлияло. Она у меня и цвела, в принципе, хорошо очень. Но сейчас она у меня приболела. У нее молодые листья. Вот посмотрите. Начинаются портиться. Главное, нижние вот остаются нормальные, а молодые все отмирают. Вот сколько здесь листьев было. Просто вот я обращаюсь, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой. Я прям не знаю, что делать. Пробовала я. Я ее не переливаю, я ее даже даю подсохнуть хорошо грунту. Я ее обрабатывала уже и актарой, и от клеща на всякий случай. То есть я не вижу каких-то там вредителей на них. Вот просто вот начинается вот лист, он светлый какой-то становится и начинает сохнуть. Видите как? Вот сейчас хочу ее опять перевалить в другой горшок, наверное, посмотрю у нее корни. Хотя корневая у нее поверхностная, может быть, ей земля не нравится. Вот прям не знаю, что с ней делать. Сейчас попробую ее перевалить все-таки. Но вот здесь вот я вижу, у нее корневая поверхность, но здесь вот видны у нее, в принципе, белые корешочки. Вообще хорошо корнями. Ну вот у нее прям вообще белые корни. Я даже вот ее боюсь травмировать, вытаскивая ее отсюда. Может быть, мне подсыпать просто земли ей сюда свежей. Но земля-то такая. Может быть, земля тяжеловатая, не знаю. Она у меня, в принципе, в этой земле-то и цвела. Вот видите? Вот. А у нее корневая поверхностная. Просто я чувствую, что она хорошо разрослась. И там дренаж очень хороший. То есть ее, наверное, все-таки не надо ее отсюда переваливать. Если взять меньше горшок, то она в меня даже не войдет, потому что у нее полностью корневая система разрослась вот именно по этому горшку. Вот видите, у нее корешочки все хорошие. Даже не буду я ее травмировать совсем. Еще раз обращаюсь, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, напишите, потому что я боюсь потерять растение. А у нее даже, вот я вижу вот здесь по стволу, пошли зеленые вот везде почки, я вижу. По стволику. Ствол твердый. Но вот эти листья молодые, у нее даже вот эта макушка вся, она какая-то светлая. У нас, конечно, сейчас нет солнечных дней. Может быть, еще и это влияет, конечно. Но она хорошо досвечивается искусственным освещением. Хотя, может, ей этого недостаточно. В общем, решила я ее не трогать. Хотела ее перевалить, но нет. Решила ей добавить земли. Земля у меня готовый грунт. Здесь я покупала для овощей. Вот. Хочу сверху ей добавить этого грунта. Ну, такой, в общем-то, рыхлый, питательный грунт.
То есть я и верхний слой почвы убрала. Ну, здесь вот сильно присыпать я и не буду. Ее шейку. Ну, вот прям корешочки чуть-чуть хочу присыпать. Ну, вот я совсем чуть-чуть ей добавила. И вот просто не знаю, чем ее даже не обработать. Решила я ее хорошо в душ сношу ее, потому что дома тепло. В принципе, думаю, может быть, я ее сильно пересушиваю. Попробую ей помыть листочки теплой водичкой и пролить ее хорошо. Все-таки я вытащила папайю из горшка, потому что мне что-то не нравится. И вот посмотрите, у меня полгоршка корней остались в кашпо, а вот эта часть, вот, ну, белые корни, я сейчас поменьше в горшок посажу ее. И все-таки я думаю, у нее проблема пошла из-за почвы или горшок ей не понравился. В общем, не знаю. Но у нее, вот видите, какая корневая, такая поверхностная. Ну, хотя здесь корней очень много отпало. Очень много корней отпало. Я ее, наверное, пролью еще слабым раствором марганцовочки. Сейчас я ее пересажу в другой и обработаем марганцовкой. Ну вот я пенопласта прям положила очень хорошо, чтобы корни не загнили. И вот этот пакет земли буду мешать с перлитом, чтобы рыхлая почва была. Частями буду насыпать потихонечку. Перемешаю комочки. Здесь вот вообще щепка какая-то. Прям щепка, ну пусть она. Ну вот, корешочки у нее, в принципе, все хорошие. Вот она у меня как раз вот сюда вот так вот и войдет. Думаю, поправится. Растяжка у меня сильная, в принципе. В общем, перевалила свою папайку. Я думаю, что я вовремя это все сделала. Все-таки какая-то пошла ошибка у меня, видимо, в уходе. Правда, не могу понять еще какая, но у меня корневая стала плохо работать. Из-за этого у меня стали погибать молодые листья. Я думаю, все, она пойдет у нее теперь хорошо. Я уже сказала, что у нее везде, вот здесь, где листочки были, я везде вижу почки. Может, это будет цветение, а потом и завяжутся плоды. Я все-таки на это очень надеюсь. Но думаю, будет все хорошо. Я буду, конечно, снимать видео, как поживает моя растюшка. Увидимся в следующем видео.